В Югре расширили право коренных малочисленных народов на бесплатную юридическую помощь. Поправки в закон приняли на заседании окружной думы. Теперь при возбуждении административных дел против жителей, которые ведут традиционный образ жизни, им будут компенсировать затраты на адвоката из окружной казны. Отмечу, что сейчас в Югре живет около 30 тысяч представителей малочисленных народов. Это ханты, манси и ненцы. Из них примерно 5 тысяч человек ведут традиционный образ жизни. По словам депутатов, чаще всего административные производства возбуждают из-за нарушений в традиционных промыслах. По этим вопросам не могли оказывать бесплатную юридическую помощь. Там она минимальная, но тем не менее вот по этим гражданским делам. И поэтому они выпадали из этого перечня. И поэтому просто мы дополнили перечень общими по положениям, когда могут и по этим вопросам также обращаться и оказывать могут бесплатную юридическую помощь.